А выбирая название по просьбе Виктории Валентиновны для этой секции, чтобы дать самому себе льготу вот, произнести этот доклад, я назвал нашу секцию «Вокруг идиш». Ну, не идиш, там не литературный, вокруг идиш. Ну, это тоже вокруг. Да? Арум идиш. Да? Но если мы говорим арум идиш, естественно, вспоминается очень знаменитая книжка «Арум вокзал». А если «Арум вокзал», то станет понятно, почему я выбрал себе тему для разговора, книжку, которая называется «10 вагонов». Где вокзал, там, знаете, и вагоны стоят. Это, я очень счастлив, что эта книга буквально, я думаю, в течение месяца-двух в новом переиздании появится на русском языке в издательстве «Книжники». Я готовил это издание, соответственно, отсюда и моя презентация появилась. Это первое ее переиздание с 1933 года, а она вышла двумя изданиями, в 1931 и в 1933 году. И надо сказать, да, это значит автор Дойфберг Левин, о котором я сейчас что-то расскажу, если кто-то что-то о нем еще не знает. Потому что, опять же, появились какие-то новые интересные материалы. И вот, мне кажется, достоинство того издания, которое сейчас готовится в Москве, заключается в том, что это переиздание первого издания, а не второго. В оборот, в какую-то критику, обсуждение, поскольку сейчас еще есть такая форма перепечатки, как интернет, есть репринт в интернете этой книги, подготовленной очень таким странным. Они сами себя называют издательство «Саламандра», они берут, сканируют старые книжки и выкладывают их, но делают сверху свою, значит, как бы шапку. И говорят, что они издательство. Значит, ну, таким образом, эта книжка доступна в интернете, но вот они выложили второе издание, эти «Саламандры», и они, казалось бы, были правы. Но если автор подготовил два издания, на втором написано, что вот издание второе исправлено, это авторская воля, второе издание должно быть лучше первого, да, такая нормальная идея. Если речь не идет о советских книжках, потому что второе издание в два раза меньше первого, примерно там на 80% меньше первого, оттуда вынято несколько очень важных вещей, мы как раз переиздаем сейчас в Москве первое издание, а это не авторская воля, а это воля советской власти, как вы дальше увидите, почему вот такие произошли изменения, и почему важно было вернуть первое издание. Значит, Дойфберг Левин, совершенно забытый автор. Автор, которого все знают, который часто упоминается, о котором никто никогда почти ничего не писал и не думал. Почему? Он был активнейшим членом такой очень важной литературной группы авангардной «Абирю». Как мы понимаем, «Абирю» — это не только литературная группа, но еще и дружеский кружок. Люди просто собирались, они были все молодые, там выпивали, болтали. Он ближайший друг Хармса. Ближайший друг Введенского и Заболоцкого. Значит, в дневниках Хармса постоянно упоминается Боба Левин. Ну, значит, там, я не знаю, Хармс пишет, допустим, вот я приведу цитату, чтобы степень так сказать, близости их отношений была понятна. «Под вечер я поехал к Пантелееву. Там пил много вина, был там и Боба, и Белых с братом», это автор Пантелеева по «Республике Шкид», да? «И еще какие-то молодые люди, к Маршаку я так и не пошел, Боба ночевал у меня, мы легли поздно спать, был уже 6 часов ночи». То есть вот он ко мне пришел домой, мы долго трепались, там поздно легли спать, да? Очень близкие отношения. А казалось бы, при том интересе, который сейчас существует к Абирю, там, потому что и Хармс, и Введенский, ну, абсолютно культовые фигуры, да, кажется, что они главнее них там иногда никого и не было в русской литературе 20 века, но некоторый такой истерический интерес. Левин оказался полностью потерян, его тексты даже не включены, не только не переиздавались, но ни разу не были включены ни в одну коллективную антологию абирюского творчества, типа, например, вот была такая очень хорошая переиздание ленинградская антология Ивана Архимеда. Левин участвовал своей прозой в неизданном сборнике абирюта Ивана Архимеда, почему, собственно, эта вот книга 91 год так называлась, переиздатели не включили его, хотя сам он был одним из авторов вот этой как бы неизданного сборника. Дело в том, что Левин, если так можно выразиться, посмертно сел между всех стульев, между которых можно было сесть. Да?
Он был самым успешным из абериутов, он был единственный из них только прозаик, он не писал стихов, он писал прозу, эту прозу охотно и много печатали в больших советских издательствах, в ленинградском отделении ГИЗа, в издательстве «Молодая гвардия», большими тиражами переиздавали. Он очень востребованный писатель 30-х годов. Все, что, почти все, что он писал и печатал в советской печати, было написано на еврейском материале. Это по так сказать, материалу, это жизнь и быт еврейских местечек Белоруссии, Витебщины и Могилевщины. Понятным образом, что после войны эти книги переизданы быть не могли, потому что как-то и без Левина не особенно хватало, кто писал про евреев. И, ну, и так вот ни с того ни с сего переиздавать какого-то, значит, советского человека, который писал только про евреев, никто не стал. Да, вот такая, ну, как бы не сказать, ну, в общем, ну да, юдофобия государственная тормозила переиздание этих. А архив Левина, в котором хранились его абериутские сочинения, о которых мы знаем только из мемуаров современников. О них пишет Геннадий Гор, о них пишет Пантелеев, тот же самый, с которым они были дружны, пишут восторженно, говорят, что это была изумительная проза в сюрреалистическом духе, очень странная, авангардная. Ни о каких евреях там слова не было. Да? Она сгорела вместе с архивом писателя во время блокады, прямое попадание бомбы, все не осталось ни строчки. Значит, советская власть, да, сам писатель в поздней осенью 41 года погиб на Ленинградском фронте, он был мобилизован, он пошел в армию, погиб в боях. Значит, дальше получается очень интересная ситуация. Его опубликованные книги не переиздает послевоенная советская власть, потому что сочинение про евреев — это не совсем кошер, а там только про евреев. Складывание вообще культуры, культа абериутов, изучение абериутов, интерес к абериутам происходит в рамках так называемой второй культуры, андеграунда. Это те люди, которые начинают заниматься вот наследием Веденского и Хармса еще до того, как получают возможность все это публиковать. Складывается определенный культ этих авторов. После перестройки все это оказывается возможно напечатать соответствующими комментариями, подготовить такие издания, такие издания, так. И вот что, вот люди сидят, значит, вот в ленинградском андеграунде там 70-х годов, и больше им нечем заняться, как начать изучать книжки, которые вышли 50-тысячным тиражом в издательстве «Молодая гвардия». Это трейд. Это такое невозможно взять в руки. Да? Эти люди, в принципе, к таким книжкам не подходят. Под шапкой издательства «Молодая гвардия» не может избыть, или там ГИС, выйти что-то интересное. Да? Значит, ни тем, ни другим, ни официозу, ни андеграунду, ни первой культуре, ни второй культуре Левин оказался неинтересен, но оказался забыт. Вот, он, ну, начнем с имени этого автора, оно само по себе замечательное. Я не очень много знаю людей, которых в русской литературе звали Дойфбер. В одно слово пишется. Дойфбер Левин. Это уникальная ситуация, это псевдоним. Он не был никаким Дойфбером, он был Борисом Левиным. Борис Михайлович Левин, он был Борис Михайлович Левин по паспорту, он был Борис Левин, так сказать, в жизни, его звали друзья Боря, Боба и так далее. В 1929 году по приглашению Маршака Левин вместе с другими абериутами начинает сотрудничать в ленинградской детской прессе, в знаменитых журналах «Чиш и Ёж». Ну вот они все тогда туда пришли. Да? И тут оказывается довольно забавная вещь. Он готовит свои первые публикации, и оказывается, что в советской литературе существует некоторый человек, которого зовут Борис Левин. Которого зовут Борис Левин, честно сказать, ни имя, ни фамилия не поражают редкостью. Он тоже уроженец Могилевской, нет, Левин уроженец Могилевской губернии, а этот Витебской губернии. Он на 10 лет старше, он популярный журналист и билетрист, у него вышло уже несколько книжек, сейчас он совершенно забыт благополучно. Вот. В тот момент вполне известный писатель. И Маршак говорит своему молодому сотруднику, что молодой человек, придумайте себе, пожалуйста, какой-нибудь приличный псевдоним. Да? Потому что, ну, есть один Борис Левин, невозможно. И это единственный случай, наверное, в мире, когда человек в качестве псевдонима выбирает себе свое собственное имя. Да? Ну, понятно, что его назвали Дойфбер на восьмой день, когда он родился в 1904 году в местечке Лиды Могилевской губернии.
То есть, ну, нормально, когда человек в четвертом году при рождении вызывает Дойсбер, но никто этим именем, естественно, не пользуется. Он Борис и Борис, там была такая среднебуржуазная семья, он учился в русской школе и всякое такое. Значит, при этом мы понимаем, да, климат эпохи, это 29-30 год, а понятно, что псевдоним Дойсбер не несет в себе манифестации никаких национальных ценностей, это чисто абериутский жест, чтобы как бы мы теперь сказали для прикола. Так смешно, да, так вот как бы забавно. Вот. Имя Дойсбер, мне как кажется, совершенно еще не случайным, вот по одной какой причине. Как мы понимаем, имя Дойсбер – это родовое имя в династии Шнирсон. Человек, который родился в Ледах, не мог не родиться в хаббатской семье. Да, я просто перечислю, так сказать, всех, кто к этому имеет отношение. Да, значит, Митлер Ребе, да, у нас Дойсбер, значит, пятый Любавический Ребе у нас Шолом Дойсбер. Но еще есть одна важная вещь. Дело в том, что ведь хаббат называется не просто хаббат, а хаббат Любавича. По одной простой причине. Хаббатов-то много было. Просто на этом древе Шнеерсонов остальные ветки постепенно отсохли. И остался хаббат Любавич вот в качестве, так сказать, главного центра. А был хаббат Леды. Была хаббатская династия в Ледах. Некая другая ветвь. И последним цадиком Шнеерсоном в Ледах был некий Ребе Исхов Дойсбер Шнеерсон, который умер в Ледах в 1910 году, то есть молодой человек родился при вот этом цадике. Ну, понятно, что это имя как бы что-то значит. Мы могли бы долго на эту тему спекулировать, если бы не совершенно сенсационное, на мой взгляд, известие, которое появилось в интернете, совсем недавно. Его опубликовал некий устный мемуар американский славист Илья Левин. Как мы заметили, Левин – фамилия распространенная. Американский славист, филолог, специалист по русскому авангарду Илья Левин, урожденный ленинградец, который свои литературные занятия еще в 70-е годы начал с знакомства, с дружбы с Абериутом Бахтеревым, который был когда-то молодым поэтом, а потом стал очень успешным таким официозным советским драматургом, прожил очень-очень долгую жизнь и, собственно, донес до уже нового поколения устные свидетельства о своих товарищах 20-30-х годов. И, значит, тут вот в прошлом году, в конце прошлого года, этот самый Илья Левин, да, Бахтерев, значит, умер в 96-м году, очень долгую жизнь прожил. Илья Левин дает интервью «Свободе» и говорит буквально следующее, я цитирую. «Бахтерев мне рассказал о том, как один из абериутов, Дойсбер Левин, или Боба Левин, как они его называли, водил его, Бахтерева и Хармса, на встречу с каким-то раввином. В 1927 году это было, на Маховой улице была встреча, ку-ку. Я это запомнил, как-то отложилось в памяти, собственно, и все. Бахтерев никаких более подробностей не рассказывал, что за раввин, почему Левин повел их к раввину. Уже потом, приехав в США, я прочитал воспоминания одного из любавических ребе, я прочитал его воспоминания об этом периоде по-русски, тогда-то мне стало все ясно. Потому что именно в 27-м году, перед тем, как он уезжал, он прощался со своими последователями-хасидами, жил именно на Маховой улице. Для хасидов, я думаю, вообще, для верующих евреев это интересно, было очень серьезное событие, отъезд ребе. Левин как раз был родом из местечка Леды в Белоруссии, который считается центром хасидского движения, движения Хаббат, точнее, ну и так далее. Естественно, он решил, что его друзьям это будет так же важно и интересно, и он их туда привел. Значит, смотрите, ну, понятно, что ни с какими хасидами Ребе не прощался, потому что его просто посадили, а потом выслали, да. А резиденция Ребе, дом большой, красивый, дом на углу Маховой и Пестеля, с балконами, которые украшены чугунными грифонами, знают все, кто интересуется еврейской историей в Ленинграде, Петербурге. Это был открытый дом, естественно, это как бы не просто квартира, это двор цадика, туда приходили разные люди. Но сама по себе ситуация, что некий молодой человек, а Левин в это время был студентом Института истории искусств, отправляется к Иосифу Ицхаку Шнеерсону в гости, и еще берет с собой значит, за компанию двух русских приятелей Ахламонов, значит, Хармса и Бахтерева,
А сама по себе довольно своеобразна. Да? Ну, во-первых, это интересное свидетельство, во-вторых, видимо, он был не вовсе чужой человек этой среде, он мог сослаться на каких-то своих родственников, которые ездили ко двору Рэбе. Потому что представить себе, что он просто так припрется на эту квартиру, как-то довольно странно. Да? Вот. Ну вот. Значит, дальше, как я уже сказал, вот Левин участвовал активно в абериутском движении, написал первую свою значительную книгу «10 вагонов», о которой я буду говорить дальше, потом написал еще несколько очень востребованных и успешных популярных книг, из которых самый интересный роман Лихова 1934 года, который, я надеюсь, тоже в этом году, несколько позднее, будет переиздан в тех же самых книжниках. Это такой очень страшный экспрессионистский роман о жизни ткачей в белорусском местечке, в Дубровне. Ну, то есть там Лихово название этого как бы литературного города, а прототип это Дубровна. Значит, и очень сильный роман, на мой взгляд, замечательный. Вот. Но мы поговорим о книге «10 вагонов». Вообще говоря, книга «10 вагонов» дает возможность поговорить о множестве разных сюжетов, о евреях и гражданской войне, о еврейском образовании в Советском Союзе. Но я бы сосредоточил только на сравнении двух изданий. Значит, канва этой книги. Как мы знаем, после гражданской войны на руках у советской власти осталось сотни тысяч еврейских сирот и полусирот, детей, чьи родители погибли то ли от погромов, то ли от эпидемий, то ли от голода, так сказать, и так далее. Открывается сеть еврейских детских домов. Специализированные еврейские детские дома нужны по двум причинам. Первое, это при детском доме должна существовать школа, а школа, естественно, должна быть с преподаванием на родном языке. Вторая причина, об этом очень хорошо пишет Макаренко в педагогической поэме, еврейские беспризорники, попадая в общие детские дома, становились объектами жесточайшей антисемитской травли, их там просто замучивали, жизни им там не было часто. Да? Значит, открывается сеть еврейских детских домов, в основном на Украине, самая главная зона бедствия, но в том числе и в столицах. Если я не ошибаюсь, три еврейских детских дома было в Москве и Подмосковье, и один еврейский детский дом в Ленинграде. На 10-й линии Васильевского острова, значит, рядом с зданием, в котором находились бестужевские курсы, очень известное здание. Это здание было профильное. В этом здании с конца 19 века находился еврейский сиротский приют, содержавшийся на средства дамского комитета Петербургской еврейской общины, то есть, попросту говоря, на деньги, которые они как бы и деньги давали, и следили за тем, как дела идут, на деньги жен и невесток дома Гинзбургов. Это, в общем, интересно, что это здание, красивое довольно такое здание с садом, оно было специально построено для сиротского приюта. Да? После революции там оставалось какое-то количество воспитанников небольшое, которых надо было все равно кормить и поить, поскольку Гинзбурги как-то кончились. И да, на базе этого детского дома был, приюта был создан еврейский детский дом и еврейская школа при нем. Книга, понятное дело, называется «10 вагонов». Это 10 вагонов, это эшелон, набитый, значит, еврейскими ребятишками, которых вот первых привезли в Ленинград и поселили в этом детском доме. Ну, зачем нужен еврейский детский дом в Ленинграде? Ну, или там в Москве. Ну, за ней понятно, зачем. Потому что детям все самое лучшее. Да? Дети, которые попадают в культурный город, в столицу, музеи, школы. Старые, между прочим, что очень важно, такого просветительской ориентированности, еврейские кадры, которые готовы с этими детьми возиться, чему-то их учить, да, это вот как бы некоторые ресурсы. И действительно, директором этого детского дома и созданного при нем еврейской национальной школы становится действительно замечательная фигура. Это Зиновий, он же Залман Кисельгов, этномузыковед, фольклорист, один из участников создания общества еврейской народной музыки, участник экспедиции Анского, который, значит, записывал всякую музыку, и человек с большим педагогическим стажем, потому что он был учителем музыки в нескольких, еврейских учебных заведениях дореволюционных в Петербурге. Да, там он преподавал музыку в гимназии Айзенбета, в училище АПИ и так далее. Да, вот, все замечательно. Такой вот как бы подвижник еврейской народной культуры и педагогики, человек, о котором сохранились очень теплые воспоминания воспитанников этого детского дома. Да?
Значит, при детском доме открывают еврейскую школу. Эта школа не только для детдомовцев, в нее могут ходить дети из города. Она как бы такой двойной функции. И это последняя еврейская школа, которая существует в Ленинграде до 1938 года. Их было три, они постепенно закрывались, ну, за отсутствием контингента на самом деле. Да, и вот это была последняя до 1938 года. Значит, у нас есть как бы две огромных темы, очень интересных. Это тема вот еврейского образования вообще, еврейского сиротства, еврейских детских домов. И вот, значит, в частности, этой замечательной школы на 10-й линии, которая была таким, ну, действительно, выдающимся учебным заведением. Существует масса воспоминаний учеников этой школы о том, как там было, в общем, все здорово и так далее. Но мы все-таки попробуем сосредоточиться на сочинении Дойбера Ленина. Значит, Левин написал книгу ровно в том вкусе, за который теперь стало модно давать Нобелевские премии. То есть это литературным образом переосмысленное и обработанное интервью. Да? Книга представляет собой вот что. Это рассказы воспитанников детского дома о их переживаниях до того, как они попали в этот детский дом. О детском доме там тоже кое-что есть, но не очень много. Значит, Хедер, очень много про Хедер, хедерная жизнь. Естественно, поданная в довольно критическом ключе, Ребе нас доставал. Учил всяким глупостям, скучно было неимоверно, а мы шалили, приклеивали ему бороду к столу там, и так далее. Погромы разного типа и разные, значит, впечатления. Деникинцы, белополяки, там дети из Беларуси, это банды Булак-Булаховича, отряды Булак-Булаховича, петлюровцы, отдельная совершенно роскошная глава про Махно, где становится понятно, это очень интересно с точки зрения уже, может быть, не еврейской истории, а фольклористики, что Махно – это, вообще говоря, мощный фольклорный персонаж, потому что он все время появляется в измененном облике. Он появляется в виде женщины, в виде попа, в виде человека, который привез продавать сено на базар, а вдруг, значит, из этого сена повылезли хлопцы с пулеметами. Он колдун, на самом деле, да, он разбойник-колдун, он вот совершенно занимает ту нишу, которую в русском фольклоре занимает Степан Разин, и дети с удовольствием транслируют с восторгом, да. Значит, там, он прозорливец, там, Махно входит в дом, видит меня в колыбели, смотрит на меня злым глазом и говорит, я сейчас тебя зарублю, вырастешь большевиком, станешь, ну, потом не зарубил, все-таки, ладно. Значит, вот это очень важная тема, дети и война, дети и насилие, дети и погромы. Восприятие всех этих, в общем, довольно ужасных вещей через призму, значит, глазами еврейских детей, это достаточно уникальный материал. Дальше отдельная очень большая тема в этой истории – это беспризорничество. Евреи-беспризорники. Репертуар беспризорников, что они исполняли, когда они побирались. Вот тут как раз появляется идыш, потому что обильно довольно цитируются тексты на идыше фрагментами. Что мы пели, чтобы нам подавали, значит, вот в бывших местечках черты оседлости в западном крае. Да? Вот темой бродяжничества. Да? Опять же, там, в какой-то момент человек решает, что он поедет в Ленинград, потому что в Ленинграде есть хороший детский дом, а ему надоело бродяжничать, маленький мальчик, он на поезде добирается до Ленинграда, выходит с Московского вокзала на Невский проспект и понимает, что он не знает, как найти этот детский дом, потому что он не умеет говорить по-русски. И он решил, он принимает гениальное совершенно решение. Я, говорит, буду идти по Невскому проспекту и всем говорить гудморнинг. Первый человек, который отзовется и скажет мне гудморнинг, я его спрошу, дяденька, где тут еврейский детский дом? Ну, действительно, так он идет. Наконец, какой-то краснофлотец ему говорит гудьор. Он говорит, тот его берет за руку, значит, этот отводит его в детприемник ГПУ, дальше его там помыли, почистили, там, покормили и отправили вот учиться в этом детский дом, где он совершенно находит свое, так сказать, место и свое счастье. Это отдельная огромная тема, да, но вот о которой тоже много чего интересного можно было сказать. А теперь, собственно, о самой книжке, об отличии первого и второго издания, это заявленная тема. Да? А во втором издании некий молодой человек, праздно шатающийся, идет по Васильевскому острову, начинается ливень, он забегает в первый подъезд, скрываясь от сильного дождя, и оказывается, батюшки Светы, это национальный детский дом. Он начинает разговаривать с детьми, и так вот рождается эта книга. В первом издании по Васильевскому острову, скрываясь и попадая под дождь, идут два молодых человека.
Два молодых человека. Они забегают в детский дом, начинают общаться с детьми. Там огромный кусок текста, выпавший во втором издании, где они валяют дурака. Такая клоунада. Они, так сказать, подшучивают друг на другом, пытаются высушить ботинки. Ботинки начинают гореть. Они такие шлемазлы. Они говорят, мы детские писатели, дети, вы знаете наши сочинения? И они называют свои какие-то работы. И мы понимаем, что эти два молодых человека, это действительно Дойфберг-Левин, который вот только начал печататься, и Даниил Хармс. Это и Даниил Хармс, потому что он называет свои сочинения. Да? Первый фигурирует под очень прозрачным псевдонимом Левин. Ну, Левин, Ледин, это более-менее понятно. Второй под совершенно непонятным псевдонимом Хлопушин. Ни с какими известными нами псевдонимами Хармса это не ассоциируется. Есть всякие идеи, почему он, так сказать, замаскирован как Хлопушин, но это точно совершенно Хармс. Значит, потому что, вот, чтобы не соврать, он ссылается просто на свои сочинения, которые вышли в это время. По названиям этих рассказов мы узнаем детских, что это Хармс. Вот, значит, и они начинают беседовать с детьми. И дальше на протяжении всей книги они вдвоем все время приходят на интервью в этот детский дом. Ну, как люди, имевшие опыт полевой работы, вот мы с Сашей, например, или с Валей, мы же знаем, что на интервью всегда ходят вдвоем. Вот так, значит, Левин с Хармсом ходят в еврейский детский дом и собирают эти впечатления. Почему-то в подготовке окончательной редакции книги принимает участие только Левин, это его личная книга. Да? То есть Хармс как-то ничего из этого дальше не делает. Да? Во втором издании происходит полностью вот усекание линии вот этого второго интервьюера Хармса. Понятно почему. Потому что первое, значит, они, следуя конве книги, попадают в детский дом осенью 29-го года и посещают детей в конце 29-го, начале 30-го года. Как бы, да? Это длинная такая история. А книга выходит в свет в 31-м году. Весной 32-го года Хармс вместе с Веденским и, между прочим, очень хорошим еврейским художником Гершовым арестованы по обвинению в антисоветских разговорах и вредительстве в детской литературе и высланы, ну, все-таки времена еще очень мягкие, высланы в Курск, поскольку отец Хармса вместе с Веденским, вместе с Гершовым, да, высланы в Курск. Поскольку отец Хармса Ювачев, народоволец, там, заслуженный политкаторжанин, да, и так далее, он, задействуя свои связи, ну, вот как бы старого революционера, человека, пострадавшего от царизма, добивается того, что молодых людей возвращают в Ленинград очень быстро. Они возвращаются в Ленинград в декабре 1932 года. Да? Но понятно, что. А книжка, второе издание, выходит в 1933 году. То есть второе издание готовится пока Хармс в книжке, Хармс изъят из употребления. Хармс, вообще говоря, находится, ну, на положении репрессировано, просто не может быть в этой советской детской книжке, его там как бы нет, он выстрижен. Вторая очень важная линия, оттуда сильно-сильно выстригается вот вся хедерная линия. То есть огромный пласт материала, связанный с жизнью еврейских детей до того, как с ними случилась революция и гражданская война, как бы убран за ненадобностью, книга становится резко суше. Там происходит некая стилистическая правка, которая, на мой взгляд, не идет книге на пользу. Значит, сейчас идем. Значит, не идет книге на пользу. Ну, просто один образец этой самой стилистической правки. Ну, например, в первом издании. Наш дом стоял на окраине города, близ реки. А на реке у плотины стояла мельница. На мельнице жил мельник, бородатый, невысокий человек, еще не старый. Звали его Осип Игнатьевич. Второе издание. Жили мы на окраине города у реки. На реке стояла мельница. На мельнице жил мельник. Хороший такой старик, звали его Осипом Игнатьевичем. Мы видим, что здесь есть приближение к такой, как бы, художественной манере сказовой. Да, вот с этими инверсиями, что тогда было страшно модно. То есть, как бы, автор свою довольно естественную, довольно свободную речь местами начинает поправлять под текущую литературную моду, и это, в общем, не идет ему, на мой взгляд, на пользу. При этом многие, конечно, куски остаются неправленными. Теперь, собственно,
несколько слов о художественных особенностях этой книги. Она по-своему совершенно замечательна. С одной стороны, это действительно такой нонфикшн, интервью, там масса каких-то фактов. Очень сильное, эмоциональное часто это производит впечатление. Например, значит, дети сидят, занимаются в кедре. Нам сначала объясняют, что занятия были очень скучные, что Меламед был занудный, и, там, знаю, бил их канчиком, и занимались они какими-то глупостями. И, в общем, как-то, в общем, им не нравится все это. Неожиданно в хедр врываются пьяные петлюровцы. Какая вот приятная неожиданность, да? Врываются пьяные петлюровцы, значит, начинают громить хедр. И пьяный бандит на глазах у детей, на глазах у информанта, рассказывающего ребенка, отрубает Меламеду шашкой пол бороды. Ну, вот это как бы вообще усекновение еврейских бород — это известный способ издевательства. Да? Дальше я цитирую. И он, поскольку он совершенно пьяный, он начинает дико хохотать. Вот. И дальше он, значит, смотрит, пьяный бандит, на детей и говорит, дальше я цитирую. Нас он тоже приглашал посмеяться. «Жиденек!» — кричал он. «Гляди на рабинар! Хо-хо-хо!» Мы столпились в дверях и руками держались друг за друга. Мы не смеялись. Все, конец рассказа. Да, вот такой как бы лаконизм, вот некое зияние на месте некоторого ужаса. С другой стороны, там, конечно, очень много, кроме чисто документальных вещей, такой вот оберегающей игры, клоунады. Например, дети на глазах вот взрослых, интервьюеров, спорят о том, значит, значит, когда был построен их детский дом, 100 лет назад, 20 лет назад, они точно не знают, и начинают дальше обсуждать некоторые категориальные проблемы, происходит вот следующий абсолютно узнаваемый с точки зрения эстетики эпохи диалог, спорят дети. «Это не дом, — сказал одноногий, — это штукатурка». «А штукатурка, по-твоему, не дом, — сказал белобрысый?» «Штукатурка не дом, — сказал одноногий». А кирпичи – дом? Дом. А полы – дом? Дом. А потолки – дом? Дом. А штукатурка – не дом? А штукатурка – не дом. А ты дурак, – сказал белобрысый. А ты начал одноногий. Да это бим и бом, на самом деле. Фишка только в том, что у одного ребенка нет ноги. Да, он одноногий. Один белобрысый, другой рыжий хочется. Один белобрысый, другой одноногий. Сама по себе история о том, почему он одноногий, дальше этот мальчик-инвалид, как бы фигурирует во всех этих историях, она поразительным образом совмещает как бы несовместимое, плас вот этой новой кровавой советской истории и каких-то очень традиционных еврейских сюжетов. Значит, мы прекрасно знаем из мемуарной литературы, что одним из основных развлечений еврейских детей в местечках было устройство потешных боев. Вот, скажем, у Паулины Венгеровой, на Тишебов, например, да? У Паулины Венгеровой есть огромное описание того, как мальчики в местечке, ну, собственно, это не местечко, город Бриск, Брест-Литовск, разделялись на большие армии, насчитывающие по сотне там детей. Там были офицеры, генералы, они делали себе потешные мечи, луки, кстати, в коллекции этнографического музея в Ленинграде, в Петербурге есть эти самые предметы. Назначали место поля боя, заранее договаривались, там была какая-то диспозиция. И они там, значит, устраивали потешные бои, откуда Венгерова это значит, а девочек приглашали на все на это смотреть. Да? И такая зорница, это было принято делать в Тишибов. Ну, типа вот в связи с историческими событиями. Да? Уют Ядзингера в книге, значит, «О мире, которого больше нет», описываются такие же потешные бои, которые устраивали еврейские мальчики из местечка со слободскими детьми, то есть с польскими детьми из окрестных деревень. С одной стороны, это было довольно-довольно сильно колотили, но с другой стороны, все было ритуализовано. И вот, значит, мы у Левина встречаем очень похожее описание, очень близкое к описанию Венгеровой. Вот таких детских забав, там есть армии, они разбиты на отряды, есть командиры, есть какая-то диспозиция, есть поле боя. Они заранее договариваются о том, как они будут друг с другом сражаться, с использованием чего, там разрешенный и запрещенный прием, все замечательно, все ужасно традиционно. Есть только одна подробность. Поскольку только что кончилась гражданская война, и местечко набито на оружием, они договариваются, что они будут друг друга кидать бутылки, набитые порохом и подожженные. Ну, так же интереснее, правда? И, соответственно, вот как бы у кого-то отрывает под ногами такая бутылка, ему отрывает ногу, и дальше он уже без ноги попадает в детский дом. Ну, то есть мы видим, что, в общем, абсолютно традиционные формы культуры и жизни превращаются в какой-то, значит, в общем, кровавый довольно ужас такой. Да?
Вот. И, значит, последнее, что я бы хотел сказать, говоря об этой замечательной книге, которая, надеюсь, скоро вот выйдет новым переизданием, которое я всем рекомендую прочесть, что называется «Не проходите мимо», заключается вот в чем. Мне кажется, что появление книги «10 вагонов», ее републикация доводит до некоторой полноты, до некоторой завершенности очень важную историю. Это история о сиротстве, о детских домах и о беспризорности в советской литературе 20-30-х годов. Значит, совершенно понятно, что литература о беспризорниках и о детских домах была это очень важный топос советской, ранней советской литературы. Почему? Потому что беспризорник был, вообще говоря, детдомовец, был кандидатом в идеальные советские люди. Взрослых, ясное дело, уже не перевоспитаешь, они как бы насквозь прогнили и заражены капиталистическими предрассудками. На детей, у которых есть папа и мама, как бы, да, вот действуют разнонаправленные векторы, семья и школа. Семья, конечно, тянет в болото, а школа к светлой жизни. И только беспризорник является вот тем, бывший беспризорник, а ныне детдомовец, является тем человеком, который станет идеальным советским человеком, вот строителем светлого будущего. Поэтому это очень востребовано. Да? У нас есть нарратив, написанный о жизни детского дома из разных позиций. Да? У нас есть нарратив педагога, это книги Макаренко. А у нас есть нарратив воспитанника, это «Республика Шки». И у нас есть последний, вот теперь как бы треугольник дополнен до полноты, книга Тойбера Левина «10 вагонов», это нарратив постороннего. Это человек, который он не воспитывает, не является воспитуемым, он смотрит на это со стороны и пытается как бы предложить свою какую-то картину. Интересно, что при такой, в общем, абсолютно советской как бы схеме, при такой советской как бы полностью схеме, значит, в этой книге есть одновременно и очень мощная национальная составляющая. Как она кончается? Вот это очень интересно. Да? Это очень еврейская книга при всем при том, что вот это советские дети, гражданская война там, и так далее. Как она кончается? Кончается она совершенно замечательно. Да, вот повествователь, сторонний наблюдатель, он в принципе не может никак вмешаться в происходящее, все должны делать сами дети. Значит, он ходит к этим детям, он с ними дружит, он, так сказать, всех их уже знает, они ему рассказывают о своих приключениях, о своих там подвигах и так далее. И в конце концов вдруг он получает письмо о том, что его просят прийти в такой-то день и час на московский вокзал. Значит, потому что дети уезжают куда-то. Он приходит на московский вокзал, и оказывается, что несколько старших воспитанников закончили детский дом, закончили еврейскую школу и едут учиться на какое-то сельхозучебное заведение, на трактористов, в еврейские колонии, вот в еврейские автономные районы на юге Украины. Ну, там не сказано, что это Златополь или Сталиндорф, но мы понимаем, что это где-то там. Да? И он, и поскольку писатель подружился с детьми, они просят его прийти их проводить. Вот он приходит, они просят его сказать какую-то речь, он говорит, нет, вы говорите сами, они пытаются сказать какую-то речь, там смешные всякие вещи говорят, и когда ему дают слово, вдруг поезд трогается, так он ничего сказать и не может, да? Дети делают все сами. Вот дети уезжают, значит, вот в эту самую Идышлан. А перед тем, как происходят проводы, это очень важная, на мой взгляд, символически мощно нагруженная сцена, он не может найти поезд, где... Вот он бегает по вокзалу, он не может найти... Вот, писатель не может найти тот поезд, от которого отходит интересующий его эшелон. И он видит, сидят какие-то бабки с корзинками. И он начинает этих бабок спрашивать, где такой-то путь или где такой-то поезд, а бабки не могут ему ничего сказать, они страшно косноязычные, они как разговаривают на языке «твоя, моя, не понимай». И они объясняют, что они вообще ничего не знают, потому что они вот продали все и едут к себе домой, а они финские молочницы из близлежащих деревень вокруг Ленинграда. Мы понимаем, что к югу от Ленинграда в это время основное население это финны и германландцы, их очень много, они действительно не очень хорошо говорят по-русски. Вот это такие какие-то, значит, очень живые, очень веселые крестьянки, которые двух слов по-русски связать не могут. Они говорят, мы из Тосна, мы из Саблина, это ближайшие пригороды Ленинграда, мы ничего не знаем, типа, иди. И он идет дальше, находит этот вагон. Да? Причем тут эти финские молочницы? Значит, понятно, что происходит. Да? Значит, книга называется «10 вагонов». Советская власть собирает 10 вагонов. Мы детей теперь вагонами меряем. Да?
10 вагонов теплушек, глубоко, значит, травмированных, измученных, контуженных, больных, переживших сцены кровавого насилия детей, привозят их в город Ленинград. Да? Дальше происходит некое, вот в этой замечательной школе, где их там всему учат, там хор, театр, драматический кружок, замечательный добрый Кисельгов, происходит некая терапия. Да, и дальше их, собственно, куда их надо возвращать? Финские молочницы едут в свои финские деревни, а их возвращают в Найзлатополь, в Сталиндорф, в Калининдорф, то есть в Идешланд, куда они теперь, так сказать, обученными, здоровыми, исцеленными, советскими еврейскими людьми, собственно говоря, и возвращаются. Ну вот это все, о чем я хотел сказать. Спасибо.